Здравствуйте, дорогие друзья! Не могу не поделиться с вами этим прекрасным, не знаю, созвездием белых невест, которые я сегодня решила достать с полок. У меня распустилось много белых орхидей, и я все их собрала в одном месте. У меня оказалось это 10 цветков, причем некоторые из них одинакового сорта, не все, но некоторые. И, собственно, вашему вниманию. Вот это вот господин Сога Юкидан. Их тут два. Один и второй. С мощным цветением. Ой, наверное, буду сажать я их в объединенные посадки, те, которые одного сорта, чтобы уменьшить место, вернее, увеличить свободное место. Посмотрите, а корни какие, но это же белые орхидеи, вот этим все сказано. Это просто вот для начинающих самый отличный вариант, белая орхидея. Вот эти вот каскады будущие, с тяжеленными цветами, кстати, хочу сказать, вот тут вот два цветоноса, один из почки на старом цветоносе, а это новый полностью вырос цветонос. Размах листьев такой достаточно, ну, достаточно большой, я считаю. И вот третий красавец. Сказала два, а их тут три. Тоже. У них, значит, по сорту у них цветы от 11 до 15 сантиметров. У меня пока 11 сантиметров. Но я так поняла, что они еще как-то растут, что ли, после раскрытия. Красота. Красота. Втроем посадить. Ну вот надо вот еще придумать такой горшок или какой-то вот, не знаю, ну какой-то горшок определенно. Лодочка, может, та же самая, в которой у меня сейчас тоже три цветка. Там есть одна белая, кстати. Это значит, еще одна белая у меня есть. Вот есть такие вот стандарты, больше на мультифлору похожи. О, чем не каскад? Ну прекрасный, завораживающий. Отсвечивающий и блестящий на хорошем солнце. Ну, освещение такое комнатное, не скажешь, хорошее. Вот еще один товарищ, такой с зеленоватой губой. Их у меня два. Вот эти вот два, они точно одного сорта. А вот эти вот, мне кажется, это другие. Хотя тоже зеленоватая губа. Вот здесь вот желтая, явно желтая губа. Это вот какой-то отдельный сорт. Ну, не знаю, тоже думаю, может быть, посадить их в групповую посадку. Есть еще у меня вот эта вот непревзойденная беляночка номер 5, у которой рифленые такие, ну, как крылышки бабочки такие вот, волнистые листики. У нее потеряна точка роста, и вот деточка выросла все-таки наконец-то на цветоносе. Но кроме этого, из других почек выросло два цветоноса, который цветет, и вот еще один, который был, по-моему, один цветочек. Он, ну, процвел быстренько и еще почку разбудил. В общем, одна разбуженная почка, вторая разбуженная почка. В общем, вот такое вот цветение. Так хотелось беляночке цвести. Ее я наверняка ни с кем не буду сажать в горшочек. У нее вот такие вот сзади розовые листочки. У меня, кстати, на столе. Сейчас. Вот здесь вот розоватые листики. Вот здесь с зеленцой листики. Вот у них еще вот тут вот тоже зеленые. По обратной стороне можно смотреть. Такие вот разные листочки, разные цветочки. Ну, не красота ли? Ну вот белая невеста и все. Как еще сказать? Есть у меня еще похожая. Вот. С адениумом стоит. Белая, но она бело-розовая. Во, меморис. У нее тоже такие волнистые рюшечные края у лепесточков. И та белая, которая затесалась в лодочку, вот она так выглядит, ее по-хорошему отсюда достать и сюда посадить пятнистую, потому что здесь все пятнистые будут колоситься вот так вот прекрасно. Вот на что способны наши орхидеи. Это просто чудо. Скоро еще сниму видео обзор на цветущие все орхидеи. Ждите.
еще немножечко откроется и можно будет снимать. А на этом я прощаюсь. Желаю вам всего хорошего и до скорых встреч!